В Ульяновске 18 июня погода разыгралась не на шутку, впрочем, как и в предыдущие дни. Сюрпризом с небес жители региона едва успевают удивляться и спасаться от них. Городские службы еще до конца не устранили последствия шквалистого ветра и сильного дождя, прошедшего накануне, как пришел очередной атмосферный фронт с грозой, дождем, как из ведра, и ураганным ветром. В соцсети разрывают сообщения. На Тюленево страшно находиться. За амарантом из-за ливня образовался провал. В него попал кроссовер. Симбирка вышла на поверхность. Стадион «Труд» превратился в пруд. Во время заседания законодательного собрания прорвало кровлю, и вода полилась на головы депутатов. Радует, что ливни как начинаются неожиданно и резко, так же и заканчиваются. А прогнозы синоптиков неутешительны. Оранжевый уровень опасности сохранится и ночью 19 июня. Местами ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, крупный град, сильный ливень, гроза. Ирина Антонова, Улправда ТВ.